Герой России, космонавт Олег Артемьев, тоже принял участие во Всемирной неделе космоса. Он побывал в мемориальном комплексе в селе Шоршило и встретился с ребятами из кадетского корпуса в Чебоксарах. По его мнению, работа по популяризации и изучению космоса в республике ведется активно и планомерно. Олег Артемьев поблагодарил главу Чувашии за личное внимание к теме патриотического воспитания будущих покорителей неба. Большое вам спасибо, что вы поучаствовали в открытии сада покорителей космоса. Кстати, первого в Солнечной системе. Больше нигде такого нету. И очень здорово, что вы тех детей, которые тоже с вами сажают деревья, пригласили к себе в кабинет. Можно сказать, что они сделали первый шажочек к полету в космос. И я надеюсь, что в будущем они присоединятся к тем великим космонавтам, которые были с Чувашской земли. И мы будем наблюдать, как они будут покорять Луну и Марс.